Я приветствую всех на канале Наталья Ковалева Дизайн, и в этом видеоролике хочу вам рассказать о своей новой работе и о новом мастер-классе. Итак, моя новая работа – это водолазка Magenta. Вы сейчас видите ее на мне. И если мы говорим об изделиях, о вязаных изделиях, повторяющих анатомическую форму, то есть форму нашего тела, да, полностью ее дублирующую, то для меня на данном этапе из всего-всего того, что я знаю и умею, вот эта работа идеальная. В этой работе у меня сошлось все. Мне понравилось, как у меня получилась и форма горловины. Я сейчас расскажу, что я имею в виду, потому что горловину можно по-разному вывязывать. Вот в данном изделии горловина максимально повторяет форму нашей, ну вообще человеческой горловины, да, как она у нас устроена анатомически. В этом изделии у меня идеально легли погоны без какого-либо наклона, без крутого, без такого, без более покатого, без, то есть у меня погончики сейчас полностью параллельны полу. Есть модельки изделий, например, махеровая паутинка, где мы вывязываем целенаправленно, нарочно, скос плеча, очень покатый, делая широкий вырез лодочку. Ну, мы добиваемся совершенно другого вида, совершенно другой, некой больше такой элегантности, что ли, да, в модели паутинки. Здесь же очень практичная модель, это обычная водолазка. Мы полностью повторяем нашу фигуру, и если вы поймете, а вы обязательно поймете, главный принцип вот этого конструирования, потому что конструирование будет совершенно новое, ничего подобного пока в моих работах не было. Вы поймете основной принцип конструирования, и вы сможете аналогичные джемпера, свитера вязать не только на женскую фигуру, но и на мужскую, которая предполагает, конечно же, наличие широких, массивных плеч. А кроме того, хочу еще добавить, что, научившись вот такому вот конструированию, как в этой модели, вы не будете привязаны к каким-то особым свойствам пряжи. То есть, например, если мы вяжем махеровую паутинку, у нас там идут очень покатые плечи, нам важно, чтобы полотно было эластичным, растягивалось, чтобы оно по плечикам мягко легло. И мы были привязаны к широкой, относительно широкой горловинке, да? Чтобы у нас сразу же шла не спадающая линия плеча. А в этом же конструировании, как в водолазке Magenta, мы с вами не привязаны к свойствам пряжи. Мы можем вязать и из достаточно плотного полотна. Потому что плечо у нас здесь будет, погон будет формироваться абсолютно параллельно полу. То есть вот у меня плечо почти идет прямо, ну тут может быть символически, да, скос буквально может быть 1 сантиметр. Вот мы научимся с вами формировать вот такие вот плечи и такую горловинку. Ну, конечно же, пройма. Пройма тоже, смотрите, сидит очень хорошо. Пройма не глубокая в этом изделии, опять же, мы повторяем анатомическую форму тела. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим подробненько эту модель снаружи, с изнанки, на себе я покажу, покручусь. Я вам расскажу нитки, какие я использовала, где их можно купить. И пару слов расскажу о мастер-классе, какие размеры, какие готовые расчеты у меня имеются, чтобы вы имели максимально широкое представление. Давайте рассмотрим поближе изделие на мне. Значит, воротничок я связала достаточно узкий, но опять же повторяющий анатомическую форму. Горловинка у меня идет вначале перпендикулярно вниз, перпендикулярно по отношению к плечу, и только потом идет дуга, закругляющая ее. Да? Обратите внимание на пройму. Вот так выглядит подмышечная впадина. У нас нет швов ни на рукавах, ни в боковой части изделия. Напомню, что вяжем водолазку мы сверху вниз, тем самым регулируем расход пряжи, особенно если вы ограничены в ней. Значит, мой рост 165 сантиметров, вот такая вот длина моего изделия, ну, это около 60 сантиметров. Рукава, непроизвольно я при вязании рукавов вхожу в большую плотность, поэтому они несколько, ну, приятно зауженные получились, и я их связала такими удлиненными. Потому что когда рукава длинные, узкие, их, ну, не надо делать короткими, свяжите их удлиненными, закрывающими половину кисти. Ну, это чисто мое мнение, на мой вкус. Вы, конечно же, вяжите как хотите. Ну, вот так вот можно носить ее асимметрично, да, заправив, например, левую или правую часть в брюки, в юбку. Так, попереду экспериментирую, как это выглядит. С ремешком будет очень хорошо. Вот сделаю фотографии, подписывайтесь на мои паблики другие. Я буду выкладывать фотографии,
какие-то образы с этим изделием. Может быть, вас на какие-то идеи вдохновлю. Ну вот, вот так вот. Давайте дальше смотреть, что я тут навязала. Ну что ж, давайте рассмотрим теперь мадженту вот в таком вот виде. Итак, вот моя горловинка. Вот смотрите, чаще всего при формировании горловины мы уходим сразу же под углом 45 градусов, добавляя по одной петельке, формируем вот такую вот наклонную линию. Я же добивалась получить вот от этой линии плеча сформировать угол в начале 90 градусов, потому что у горловинки линия идет в начале вниз. И только потом она идет на закругление и формирует вот эту вот дугу. Так вот, я в этом конструировании сделала вот этот уголок 90 градусов. И у меня горловина вот не вот так идет линия, не врезается в горлышко. Ведь у нас горлышко достаточно узкое и вплотную примыкает, да, к шее. А вначале линия горловины идет перпендикулярно вниз. И только потом вот здесь вот у меня уже идут, я ввожу петли в рядочки в свои укороченные. Да? Ну и аналогичная ситуация с этой стороны. Вот, у меня тоже сформирован здесь угол, вот он, 90 градусов от погона по отношению вот к линии горловины. Итак, сами погоны, обратите внимание, в этом изделии они практически параллельны низу изделия, да? То есть, конечно же, есть модели, но они совершенно не повторяют анатомическую форму, они создают совершенно новый образ, как, например, популярные сейчас махеровые паутинки. У них плечо идет под достаточно крутым наклоном. Предыдущие мои модели, например, самоцветы, потом что мы еще, реглан погон вязали сверху, ажурные кофточки, у них линия плеча скошена тоже, но не так сильно, скажем, как у паутинок, примерно вот под таким углом идет. Но вот в этой работе, в водолазочке, у меня идет линия плеча полностью параллельно низу изделия. Значит, когда вы научитесь вязать вот в таком конструировании аналогичную работу, вы сможете вязать, опять же повторюсь, и мужские изделия в том числе, которые предполагают наличие достаточно широких, да, широких плеч. Там у нас уже покатые вот такие вот плечи не прокатят, да, в мужских изделиях. Там нужно четко вязать линию плеча длинную, на широкие, на мощные плечи. Так, ну пройма. Пройма уже, знаете, после погона и горловины, пройма это уже мелочи, пыль. Ну вы видели на мне, как сидит проймочка. Тоже швов у нас нет. Ни внутри рукава, так, ни в боковой части изделия. Вот примыкание идет. Подмышечная впадина вам показываю. Так. Набор петель я использовала самый простой, самый обыкновенный. Ну, в мастер-классе я буду указывать, что если вы плотненько вяжете, то, наверное, в начале вязания возьмете спицы покрупнее, нежели основные, чтобы через горлышко у вас прошел воротничок. Что мне хотелось именно повторить, чтобы это была именно водолазка, чтобы воротничок был по шейке, по горлышку. Я люблю такие вещи в холодное время года, под пальто, под любую верхнюю одежду вы одели, тем более, если это махер, вам будет тепло, он тоненький. Это не 100-500 одежек, 100-500 кофт. Он тоненький, одна кофточка. Под верхнюю одежду тепло и приятно. Горлышко укутано. Так. Закрывала я петли. По-моему, этот способ называется исландский. Мне писали девочки, когда я делала видео. Я в названиях не сильна, в терминах. Ну, вот мне подсказали. Он выглядит, ну, немножечко не так заурядно, скажем так. Вот по низу изделия тоже покажу поближе. Ну, в мастер-классе я покажу этот способ, как он делается. Ну, у меня в моих пабликах, по-моему, в сообществе ВК я показывала, в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на другие мои площадки тоже. Там можно следить за моим творчеством. В описании я укажу все свои площадки, где я есть. Давайте с изнаночной стороны посмотрим изделие. Ну, кроме того, что это изнаночные петли, в общем-то, особо она ничем не отличается. Все у нас очень аккуратненько, нигде нет никаких швов. Еще раз покажу боковую часть, так, подмышечную часть рукава, вот он подрез, так, ой, вот он, швов нет.
Так. Ну и что? Со спинки, в принципе, все то же самое. Теперь давайте я вам расскажу про пряжу. Нафиячили мне эту пряжу феечки из магазина Букле 29. То есть опять непростая ниточка, опять интересная очень комбинация. Причем девочки сами ее такую вот придумали, сложили, приложили. Мне очень понравилось. Итак, что за ниточка? Вот эта ниточка у меня натуральный 100% кашемир. Так, сейчас я возьму свою шпаргалку. У нас получается 1400 метров на 100 грамм. Так, это одна ниточка. Вторая ниточка, это будет махер, но не на шелке, нет. Это будет супер кид махер 35%, 35% бэйби альпака и 30% полиакрил. Значит, у нас метраж 1000 метров на 100 грамм. Вот я смешала эти две ниточки. Так, и у меня получился общий метраж, сейчас скажу, 583,4 метра на 100 грамм. То есть вы можете брать ниточки чуть тоньше, 550 метров, или можем округлить до 600 метров на 100 грамм, и вы попадете в мои расчеты, в мою плотность. Там спицами можно будет немножко поварьировать, поиграть, и в итоге мы получим необходимую плотность. Я оставлю ссылку и контакты магазина в описании под видео. И самое приятное, что у вас будет промокод. Промокод Наталья Ковалева Дизайн. И по этому промокоду вам будет предоставлена скидка в размере 10%. Ну и плюс, конечно же, очень интересные составы, всевозможные цвета. В общем, экспериментируйте. Значит, вязать мы с вами будем, если мы говорим о готовых расчетах, а я рекомендую вам, особенно если вы не очень опытные, начать все-таки с готовых расчетов с моего мастер-класса, а потом уже поняв принцип, вы можете экспериментировать и другой пряжей, и в других размерах. Итак, плотность будет вязания по моему мастер-классу 19 петель в 10 сантиметрах, в сантиметрах и 25 рядов, тоже на 10 сантиметров. Опять же, если вы уйдете в чуть меньшую плотность и получите там 18 петель, да, то у вас изделие получится на 5 сантиметров, на 4-5 шире. Если пойдете в плотность чуть, получается, большую, да, 21 сантиметр, то изделие будет несколько уже, на 4-5 сантиметров, больше такой же подростковый размер будет. Девочки, еще такой очень интересный момент про пряжу. Вот я вязала вот из таких вот двух моточков. Брала ниточку от одного мотка и брала ниточку от другого. То есть они у меня не смотаны одновременно вместе, да? И вот так вот я сижу и вяжу, а моточки сами по себе раскручиваются. Так вот, в такой ситуации у вас одна ниточка по метражу идет больше, чем другая. Вот я сейчас уже точно не помню, которая у меня ушла больше. Но я сейчас вам скажу расход. Значит, я вам укажу сейчас расход с запасом. С тем условием, что одной нитки чуть больше, идет чуть меньше. Значит, вот на такой размер, на мой размер, как вы видели на мне, у меня объем груди 90 сантиметров, рост 165, по 900 метров нужно будет каждой нити. В реальности надо будет чуть меньше, но я вам чуть с запасом говорю, потому что одна ниточка обвивается вокруг другой и расходуется чуть больше, по 900 метров. Я посчитала, да, вот остаточки свои взвесила, что у меня осталось, и пришла к такому вот, к такой цифре. Значит, мастер-класс у меня рассчитан, два готовых расчета будет на размер, на два размера, на размер А, я его так условно называю. Это девочки с объемом груди, как я, 90 и даже 95, я бы даже сказала, до 95 сантиметров. Потому что вот ширина моей водолазки 90, но она настолько вот свободненькая, легкая, растягивается, что и 95 вы смело войдете сюда, она будет по фигуре хорошо сидеть. И второй размер, размер Б, рассчитан на объем груди до 100-105 сантиметров. То есть расчеты второго размера, ширина готового изделия в размере Б будет 105 сантиметров по груди. Ну, следовательно, там и пройма будет чуть поглубже идти на пару сантиметров, чем в этом размере. То есть все расчеты будут даны. Так, девочки, что касается самого мастер-класса. У меня он вышел на 18 страницах в этот раз.
Причем я сделала и описание, и таблицы, и схемы, следить вам за всем. И видео, конечно же, будет, где я буду показывать все-все-все этапы вязания. Ну вот, я думаю, тут не разобраться и не справиться, это просто оправдаться этим не получится. Вы просто должны будете связать эту водолазку. Девочки, если вы желаете связать такую же водолазку вместе со мной по моему мастер-классу, то я приглашаю вас написать мне в личные сообщения. Все свои контакты я укажу внизу в описании к этому видео. Ну а также задавайте ваши вопросы, возможно, что-то я упустила в этом обзоре, я охотно на них отвечу. Желаю вам ровных петелек, неиссякаемого вдохновения, а я вас и дальше постараюсь радовать новыми и интересными в плане конструирования работами. До новых встреч!